Всем здравствуйте, дорогие друзья. Это канал Еп поиграл, как говорится. Ну, это свершилось. Свен, JC250. В общем-то, у нас сегодня распаковка получается и обзор. Поставим драйвера, попытаемся поиграть. И, собственно, распакуем. Значит, компания Свен зарегистрирована у нас. Сам бренд в Финляндии. Вот. А финны, как известно, делают вещи. У нас есть в комплекте инструкция, которую я же помял. Вот оно. Рыба моей мечты. Спасибо вам, подписчики, за такой подарок. Так. Довольно тихие. Мне поначалу показалось, что они гораздо громче. Но я скажу, пощелкивает, но как-то так приятно. Единственное, что хотелось бы ход кнопочек потуже. Почему? Потому что мы, собственно, будем сравнивать этого товарища с не менее легендарным товарищем. А именно, геймпад от Sony PlayStation 3. Кажется, такое ощущение, что он прорезинен. Но сзади вот такое вот, как будто... Ну, наверное, все-таки софт-тач. Потому что телефон, если в руке держишь, то приблизительно такие же ощущения. То есть он не скользит. В отличие от PS3 джойстика. Но он тоже не скользит. Я бы так как бы не выразился никогда. Вот, что он тормозит. Но, к сожалению, наверное, придется пока попрощаться с PS3 джойстиком. Ну, во-первых, здесь... Есть такие штуковины. Вот они как стрелочки. То есть выделяются такие черточки приятные. То есть ты за них цепляешься пальцем. В левую сторону не так, в правую. Вот очень хорошо чувствуется вот этот зацеп. То есть вверх-вниз по сторонам. Данный геймпад здесь выглядит вот так. И он, собственно, выглядит круче. На сайте можно ознакомиться с характеристиками. USB, виброотклик, X-input, D-input. Это для старых и современных игр, то есть для ПК игр, и, допустим, вы играете на эмуляторе, что мне, собственно, и нужно очень часто, потому что полюбляю я старенькие игры типа PS1, PS2, PS3 и так далее. Ну, кстати, бывает в коробке с таким принтом, да, и бывает еще зеленый принт. Вот. Совместимость у геймпада: Windows, Android и PS3 консоль. Значит, ценник данного геймпада колеблется от 900 до, как сами видите, 1700 даже. Не, за 1700, кстати, модель JC3050. Она, возможно, поинтереснее. Ну вот, вот цена 450, плюс доставка где-то 70, это где-то в районе больше 500 гривен. Ну и также цена от 450 до 600 гривен. В принципе, я обычный обыватель, то есть мне не с чем особо сравнить. Я не в руках не держал джойстик от PS4. Когда-то это было, но я не помню конкретных ощущений. Как бы PS3 джойстик меня абсолютно устраивал. Вот. Просто беда в том, что он уже как бы отжил, видимо, свое. Почему не взял джойстик от PS3? Потому что вроде как копии они хреновые, короче, люди на них ругаются, но я решил что-то попробовать новое. Спасибо вам еще раз, подписчики, за то, что дали возможность вот приобрести такую вещь. Взял я ОБУ, человека была нормальная цена, которая меня устраивала в моем городе. Подальше посмотрим, что может джойстик в играх на эмуляторах от PS2, от PS3 нет, не будем пробовать. И попробуем, допустим, что-то не в каком-нибудь. Ну что, пришло время подключать геймпад ПК. Вот, собственно, кабель. Так. Ага. Джойстик у нас определился. Я запустил инсталлятор USB Vibration Joystick BM. Экзешный файл я скачал с официального сайта. Давайте установим. Successfully installed. То есть у нас инсталляция прошла успешно. Все, финиш. Пожалуйста. Будет ПК-версия
Игра Scarface World is Yours, мафакасы. Мы ее проходили на стриме. Я не пойму, но у меня походу куда-то похерились сохранения. Нет, кстати, абсолютно L1 и R1 абсолютно нажимаются без усилий из каких-либо. Вот, единственное, я скажу, стики очень тугие. Причем правый туже, чем левый. Но они четкие, я не знаю. Вот, то есть продавец джойстика не соврал, он буквально пару игр прошел на нем. Джойстик в отличнейшем новом состоянии. Если кто не играл, не проходил игру, но я скажу, курки все-таки не курки, а стики, конечно, туговаты, но работает четко. Хорошо, что есть зацепки эти, они, кстати, особо и не нужны, но в некоторых моментах ты, получается, шаришь пальцем. Здесь есть такие маленькие черточки, зацепочки вверх, вниз и по бокам. Вот, но это не шутер, это больше такое беготня. Здесь же захват цели идет автоматом, тебе только приходится захватить цель и стрелять. То есть здесь это не шутер. Надо попробовать, что из себя представляет шутер. Итак, следующая игруха у нас на очереди. Need for Speed Underground 2, мафакасы. Что сказать? Я вообще джойстик не настраивал. Я зашел и даже ни кнопочки не нажал. В моем случае все настроилось без проблем. Крестик у нас сплошной. Он не разделен треугольниками, как в том же... PS3 джойстики, но отзыв джойстика отличный, не знаю, проблем никаких я не замечаю. Кнопки X, квадрат, треугольник, или как в моем случае, что у меня бесит, 1, 2, 3, 4, они, короче, меня не расстраивают абсолютно. По шуму они... Вот, у меня джойстик практически возле микрофона. Вот X, вот квадрат, вот как работает крестовина. Но отклик, как я и говорю, задержек вообще никаких. Вот что мне нравится. То есть PS3 джойстик, если подключать в ПК, мне кажется, все-таки то ли секундный какой-то input lag есть. Здесь более как-то проще это все. И ты уверенно нажимаешь на кнопку. Опять-таки, джойстик от PS3 у меня был не новый. И, возможно, он как бы слегка уставший был. Итак, следующей игрой у нас, ребята, будет Need for Speed High Stakes PS1 версия. А именно, у нас и есть PS1 эмулятор. Как можете наблюдать. Управление, как видите, я ничего не переназначал абсолютно. Изначально он определился как цифровой контроллер, то есть сами настройки перескочили. Вот, я потом выбрал аналоговый, ничего не поменялось, я ничего не настраивал, я просто выбрал тип контроллера. One, go! Как я и выставлял на предыдущий джойстик от PS3, никаких проблем. А нет, проблемы есть, крестовина перестала работать. Но это, скорее всего, нужно было просто переназначить клавиши. Ладно, выбираем цифровой. Чем это меняет дело, я не знаю. Ну все, на цифровой вернули, все нормально. Крестовине. Просто тут... расстояние больше, крестик просто крупнее. Вот, поэтому для меня непривычно.
скорее всего. Но отклик хороший, кстати, насчет отклика. Нормально, я не знаю. Ничем, наверное, не поменялось особо. Просто мне неудобно, что джойстик, крестовина большая, мне неудобно, что как бы приходится пальцем теперь дотягиваться, потому что тот хват, к которому я привык в PS3 DualShock'е, здесь он, к сожалению, расположение отличается, и джойстик доставляет некоторую непривычность. Но опять-таки, я думаю, уделить этому время, посидеть часик, погонять, и будет все отлично. PS2 эмулятор и игра легендарная Max Payne. Это PS2 версия игры. Значит, смотрим, что нам предлагают настройки. Они выставились автоматически. Компьютер сам определил X-input. For Xbox 360, Xbox One контроллер. То есть он, в принципе, определил его так же, как и джойстик от PS3. Один у нас прыжок. Отзывчивость вполне нормальная. Ничего, никакого лага я абсолютно не замечаю. Как поворачивает, так оно и есть. Но туговатые. Такие. Полиция Нью-Йорка, всем стоять. Сейчас больно будет, сейчас ты меня получишь. Нормально. Несмотря на то, что тугие стики, но зато все четко. Ну и тут, собственно, тоже, блин, целиться не особо-то и нужно, поэтому. Нет, можно нет, подкрутить нет. Чувствительность. Рози, нет. Нужно попробовать ПК-игру. Значит, пробуем на ПК-версии игры Метро Исход. Чувствительность я чутка убавил. Чувствительность прицела я немножко убрал. Помощь прицеливания у нас чуть больше половин. И область автоприцела у нас ровно посерединке, да? Да, все. Джойстик сам определился, там, если что, можно зайти в варианты управления, там видеть джойстик PS4, Xbox или автоопределение. Он стоял пресет автоопределения. Вот. Ну вот, как бы оно дергано будет, но я не знаю, кому как, кто как привык играть же. Так. Это наша первая обойма в игре. Ну нормально, по крайней мере отзыв, отклик у нас моментальный. То есть сказать, что ну курки тугие, не знаю, я просто на джойстике в данную игру не играл. Мне кажется, в этой игре в любом случае сложно на джойстике. Итак, у нас появился фонарь, мы разобрались с управлением. Чувствительность, ну надо же дойти хотя бы до момента, когда у нас будет хоть какая-то перестрелка, но мне лично неудобно, не знаю. Так, ну здесь я уже себя поживее буду вести. Где ж прицел? Бегать как? Ага. Нормально, терпимо. По крайней мере, отклик моментальный. Без каких-либо задержек. Ну, а чувствительность это такое дело. На джойстике, видимо, так все играют. В принципе, можно финалить видос. Эмулятор PS1, эмулятор PS2. Скорее всего, эмулятор PS3 без проблем, так как этим мы проверили ПК. Вот. Насчет мертвых зон я не знаю. Возможно, они есть, но они не критичные. Отзывчивое управление абсолютно. Качество сборки джойстика. Ну, на четверочку.
Наверное, на четверочку. Вот. Что мне понравилось, ну, в отличие от PS3, как-то джойстик непривычен, но лежит в руках довольно удобно. Вот, прорезиненный soft touch, ну, на ощупь такое ощущение, как будто прорезинен. И пока. За такую цену джойстик до 1000 рублей вполне нормальный. Но если накопить еще рублей 800, можно купить уже форм-фактор PS4 от того же Svena, то есть от фирмы Sven. Там будет джойстик уже, мне кажется, посимпатичнее и, кстати, будет непроводной. Но кого не смущает то, что беспроводные джойстики бывают, теряют связь, и ты с этим ничего абсолютно не поделаешь. Вот, я выбрал для себя железный вариант на проводе. 2 метра провод. Взять как новый вариант, ну, в принципе, нормально, но можно подкопить, взять что-то дороже. Взять как бы вариант в самый раз, если он продается недорого. Вот. Не знаю, всем спасибо, кто смотрел и поиграл, как говорится, с вами на связи. Ставьте лайки. Можно писать комментарии. Всем спасибо.